Друзья, всем привет! Это город Наваи. Снимали его в 22-м году в июле месяце, когда мы своим ходом ездили в Наваи, в Заравшан, в общем, в Узбекистан. Но выставляю его только сейчас. Все как-то руки не доходили до этого ролика. Особо комментировать я его не буду. Почему? Потому что я уже Наваи. Забыла, много улиц забыл. Заехали мы в Наваи со стороны Бухары, поэтому, ну, ничего не могу вспомнить. Мы на данный момент ищем заправку. Нам нужен дизель. Почему-то дизеля очень-очень мало в Узбекистане. По левую сторону аквапарк, вот смотрю. Видно вот по левую сторону колесо обозрения, но все равно не могу понять, где мы находимся. А, это улица Жданова, церковь, напротив церкви, дом номер, ой, не знаю, какой номер дома, знаю, что у нас был 36-й дом, и после светофора уже не Жданова улица, а улица Центральная считалась тогда. Вот эта семиэтажка, напротив семиэтажки Алишер Наваи кинотеатр. А вот после семиэтажки 36-й дом, это был наш дом. И улица Центральная 36. Туда дальше идет магазин. Магазин 14-й был, торговый центр. Он напротив института. А институт какой был, я не помню. Педагогический, что ли, тогда его выстроили. Не помню, какой институт. Туда дальше идет, так, воинская часть, военный городок. Туда дальше идет. И рядом с военным городком это вот... Вот это здание, это, кажется, воинская часть. Кажется, общежитие воинской части. А это продолжение улицы Центральной. Я так помню. Это та улица, она как бы этот самый загибается, и улица Центральная дальше. Эту мечеть я совсем не помню. Это, видно, уже без нас она построилась. Так, не доезжая до улицы Мира, мы поворачиваем по улице
бывший Ленина, сейчас Халклар Густлиги. Это тоже я помню. Вот мы едем по улице Халклар Густлиги в сторону Фархада. Сейчас будет восход по правую сторону, торговый центр. Столько зелени стало, прям очень много. Из-за зелени я вот не узнаю. На войне не узнаю. Вот он, восход по правую сторону. А мы едем, это почта здесь была. В общем, это... Кто здесь жил, тот помнит, хорошо помнит эти дома. Это старые дома. А это дом культуры Фархад. Когда мы здесь жили, мы сюда ходили. И фонтанчик знаменитый наш. Тогда было много воды, и дети купались. А сейчас я смотрю, воды даже нет. Сухо все. Ну, июль месяц. В Новаи мы жили с 71 по 79 год. А потом переехали в город Заравшан. В Новаи у меня родились дети. Двое детей в Новаи. Ну, это мы продолжаем ехать по улице Ленина. Халклар Густлиги. Я думаю, кто здесь жил, тому напоминать не надо. Они помнят это прекрасно. Туда дальше была музыкальная школа по правую сторону. А по левую аптека была большущая. Я всегда говорила и продолжаю говорить, что Новаи – прекрасный город. Он очень красивый, зеленый. По сравнению с Заравшаном он намного зеленее. Здесь воды побольше, чем в Заравшане. Не помню, впереди 18-этажные здания, кажется. Это Хакимиат. И по левую сторону центральный универмаг. ЦУМ его называли. Вот по эту улицу, тоже считается Халклар Густлиги, есть дом 94, в котором мы жили. Вот сейчас сын его ищет. Едем, ищем этот дом. Тоже пятиэтажный дом. С одной стороны улица Горького. Сейчас посмотрим, где-то вот здесь еще школа была, но она, наверное, есть, пока я ее не вижу, эту школу. Может быть, из-за зелени не видно, в которую сын ходил в школу.
Вот, выезжаем мы на улицу Горького. Здесь будет лучше видно наш дом, в котором мы жили. Там мы толком его и не нашли. А вот здесь вот по правую сторону сейчас будет дорога. Вот она, эта дорога. Ладно, заезжать не будем, поехали дальше. А впереди нас ожидает пешеходный новый мост. Посмотрите, какой он красивый. Мы уже его несколько раз снимали, этот мост. И вот еще раз вам показываю. Вот он, такой красивый мост пешеходный. И большой, и красивый, и лифт в нем есть. Пожалуйста, хочешь на лифте поднимайся, хочешь пешком поднимайся, но все равно ты окажешься на Большом базаре. Базар, конечно, не узнать. В то время-то он был большой, а сейчас большущий. Такой большущий. Разные пристройки, чего тут только нет. Июль месяц, 2022 год. Мы приехали в самую жару. Машин вообще столько много стало. Раньше не было столько машин, а сейчас полно. Эта дорога ведет в старый город Кармана.